удивляюсь рассвету. Боже правый, чего еще надо? Новый день с соловьями воспетый, разве есть дороже награды? Потянулся проснувшийся в ночи, звезды прячутся за ресничкой. Продолжает владыка могучий старую повесть с новой странички. И душа, просыпаясь все выше, улетает простоволоса, чтоб послушать, как травы дышат, искупаться в прохладных росах, насладиться пропредрассветной тишиной и зарею алой. Путь казался таким неприметным, а жизнь такой вдруг богатой стала, полнолунием, солнцем, небом, снегом, золотом листопада, ароматным запахом хлеба. Все так просто. Чего еще надо? Прочитаю вам стихотворение, друзья мои. Осеннего танца кураж изменил за окошком пейзаж, а лето мчалось кометы, обжигало сердца, не давая уснуть до рассвета. Память с годами острее, вспоминаются встречи друзей, яркие сполохи чувств, о которых жалеть не хочу и судить не берусь. Время срывает наряд, вечно вершится обряд, листья, как жизни, страницы кружат, парят над землей, как уставшие птицы. И эхо обрывками простревожит из прошлого нас, и лица из списка потерь. И сколько их было, помню не всех, да и где вы теперь? Как много друзей и подруг затерялось в горниле разлук, но помню тепло ваших глаз, молюсь за друзей, за любовь и за мир. А значит, друзья мои, за вас. И в завершение нашего творческого вечера вновь уже всем полюбившийся Вадим Пьянков. Ну, я хотел вам предложить, у нас, конечно, программа... Посмотрим там, да? Ну, работает так. Работает, работает. Мы сейчас поем вместе. Под гитару или... Под гитару, под гитару. Не будем? Ну, а будем? Александр, это будет у нас Александр? Да. Да, да, ну у нас фонограмма есть. Все есть, да. Поэтому... Да, я сейчас спою, мы сейчас споем вместе другую песню, которую посвящаем ее себе. А-а-а, вам бы сразу сказал. Конечно. И почему вы ее все знаете? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечный живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, я пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле ты вечный живу? Темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле ты вечной живу? И когда заглубится закат по углам залетая, пусть опять-опять предо мной проплывут наяву. Синий буйвол и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем на земле ты вечный живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем?
иначе зачем на земле ты вечный живу? Браво! У меня есть несколько любимых песен, но вот с ранней молодости. Вот это одна из них. Спасибо, дорогой. Попеть будем все вместе. У меня есть. А у вас будет текст на экране. Давайте. Да. Да? Согласна. Ну что, поем всем залом? Мы поем сейчас прощальную песню. Все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами заморожена, листвою заморожена. Найдет тепло прохожему, одеется у земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, и глядите его лицом, что бы ни было вначале, удалит он все печали, вот и стал он обручальным на соборе кольца. Забыл про все трудности и пришел поздравить с днем рождения нашу поэтессу. Извините, но я тоже хочу поздравить нашу
от Содружества поэтов и авторов-исполнителей «Московские окна» и от себя лично, Нина, поздравляю тебя. Наша замечательная, с прекрасным возрастом тебя, наша добрая, милая, дорогая. И тебе уже много всего пожеланий, я присоединяюсь ко всем пожеланиям. Вот. Будь здорова, счастлива, любима близкими, чтобы тебя радовали все, и чтобы ты написала нам еще много-много стихов и песен. Больше не старела. Конечно, чтобы ты оставалась, молодела с каждым днем все больше и больше. Ну куда пошла? Чудес не бывает на свете, и юность не вернуть назад. А годы словно льдинки тают, но не стоит лишь о них вздыхать. С годами женщина мудрее, в ней уже другая красота, и поступ гордая, и статность, очарование полна. Желаем, чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить, не волноваться, не грустить, а главное – здоровой быть. Еще раз от всех нас, с днем рождения! Мы приглашаем! Друзья мои, там внизу слон открыт. Всех? Здесь рядышком совсем. Рядышком. Да, наша Алена Михайловна вас сейчас проводит прямо к застёрлику. Прошу, дорогие друзья, к столу. А, давайте общее фото сделаем. Общее фото. Прежде чем мы пойдем чаёвочки нарисуем, давайте запечатлим всех. Возьмите цветы, пожалуйста, в руки. Лена, отдай фотоаппарат, иди туда. Я видео сниму.